негодяй. Мария. Да, Антонио? Зачем ты закрыла все окна и заперла дверь на все замки? Как? Разве ты не слушал только что радио, Антонио? Слушал, Мария. Там было так. Тара-дара-дам, тара-дара-дам, тара-дара-тара-дара-дара-дара-дам. Да нет, нет, Антонио. До этого они рассказали, что из тюрьмы сбежал опасный преступник, негодяй Бенито Хименес, который наверняка захочет кого-нибудь ограбить и убить, а может даже и изнасиловать. Кто там? Это я. Опасный преступник, негодяй Бенито Хименес. Я только что бежал из тюрьмы и хочу кого-нибудь ограбить и убить, а может быть даже изнасиловать. Немедленно открывайте. Мария, я все понял. Это твой брат, негодяй Мендоса. Только он способен на такие глупые розыгрыши. Ну и, пожалуй, еще я. Мендоса, прекрати нас разыгрывать, мы тебя узнали. Я не Мендоса, я негодяй Бенито Хименес, который хочет убить вас и изнасиловать. Впрочем, кажется, я это уже говорил. А, я поняла, Антонио. Это твой приятель Сальвадор Бланко. Он как напьется, начинает говорить на разные голоса. Сальвадор, иди домой проспись. Идиоты, я уже говорил, что я Бенито Хименес. А, бог с ним. Тогда скажите хотя бы, где здесь живет беспомощная старушка, у которой дома под подушкой лежит хотя бы 500 тысяч песо. А, так это Луиза из шестой квартиры. Понятно. Беспомощная старушка Луиза из шестой квартиры. Открывай немедленно. Это я, негодяй Бенито Хименес. Я хочу убить тебя, ограбить и пожалуй, все. Пошел прочь, негодяй. Начитался Достоевского. Идиоты, идиотский дом. Как же изменился мир. Вернусь в тюрьму и поставлю себе новые решетки. О, господи, боже мой.